Ну, лишнее не помешает? Или помешает? Вообще-то не помешает. Говорят, теперь дорого лечится это... грипп. Вспомните еще раз. Вас никто не видел у пастора? Вспоминать нечего, никто. Это письмо мы опустим по дороге на вашу новую квартиру. Вот, возьмите конверт. И набросайте еще одно пастору, чтобы не было подозрений. Его попробуйте написать сами, я не буду вам мешать. Заварю еще кофе. Читаю третий вариант. Честность подразумевает действие. Честность подразумевает действие. Вера зиждется на борьбе. Поэтому я не могу простить себе бездействие. Бездействие хуже предательства. Я ухожу, чтобы продолжить борьбу. Клаус. Ну как? Лихо. Скажите, вы не пробовали сочинять? Нет. Если бы я умел сочинять, разве я стал бы? Продолжайте. Мы же с вами говорим в открытую. Вы хотели сказать, умей вы сочинять, разве бы вы работали на нас? Ну, что-то в этом роде. Не что-то в этом роде, а именно это вы хотели сказать, нет? Да. Молодец. Со мной-то вам какой резон быть неискренним? Никакого нет резона. Допивайте свой коньяк и тронемся. Уже светает. Скоро, видимо, опять прилетят. Квартира далеко?
В лесу, 10 км. Там тихо, отоспитесь как следует. Скажите, Клаус, а вот о министре Краузе, о бывшем министре Краузе, он молчал? Молчал. Я там написал об этом в отчете. Сразу замыкался в себе. Ну, а жать на него я боялся. Правильно делали. И о Швейцарии он молчал? Наглухо. Ладно, подберемся с другого края. Конечно. Важно, что он согласился помогать мне. Ай да пастор. Красота. Как пахнет, а? Ах, изумительно. Сейчас обложусь книгами и буду читать всласть. Книги помогают мне готовиться к работе. Вы любите читать? Люблю. Я тоже. Очень я люблю читать. Хорошая книга делает человека умнее, острее, я бы даже сказал, сложнее. Ох, какое прекрасное место. Хорошо пахнет прелью. Почему-то все приговоренные к смерти, с которыми мне пришлось сидеть перед казнью, любили мне исповедоваться в любви к природе. И вы знаете, находили для этого великолепные слова. Я бы сказал, поразительные слова. Вы знаете, что даже фюрер... Thank you.